Давайте подумаем. Это было очень круто. Мы развивались вместе со своим проектом. Cool Clever – это производитель натуральных продуктов. Возможно, один из крупнейших, может быть, даже скажу, единственный производитель продуктов с честным и чистым составом. Второе, что важно сказать, что Cool Clever – это импортер напитков и продуктов из разных уголков света. Причем не только магазин, который вы можете встретить в Москве и в Нижнем Новгороде, это магазин, который, условно говоря, могут оказаться в вашем мобильном телефоне. Это тоже Cool Clever. По факту Cool Clever – это такая большая экосистема. Экосистема, которая помогает выбирать вам классные продукты и классные напитки. Делать их доступными максимальному количеству людей. Это бренд, который состоит из двух частей. Cool – это аббревиатура от команды умных и увлеченных людей. Почему так? Ну, потому что это реально огромное количество умных и увлеченных людей, которые объединились в попытке развивать гастрономическую культуру в России. И такое вообще количество людей, которые горят идеей, которые постоянно что-то придумывают, ходят, все пробуют, жуют, фонтанируют идеями. Такое количество людей, наверное, как здесь, я больше нигде не встречала. А Clever, по факту, это такой символ удачи, который должен сопутствовать умным и увлеченным. Ну и в переводе с английского, да, это clever, это умный. Мы постоянно говорим о том, что вообще, наверное, основная такая задача, основная миссия Cool Clever – это развивать гастрономическую культуру в России. Мы от этого никогда не уходим. Мы, в принципе, говорим даже о том, что мы не просто предлагаем там вина или продукты, мы предлагаем прежде всего идею какой-то вкусной, здоровой, красивой жизни именно в формате подачи, погружения во вкус, как в нечто большее, чем просто вот попробовать какой-то продукт. Это всегда некий ритуал. То есть, если мы говорим про еду и про напитки, про их сочетание, тем более искусство сомелье, оно во многом построено на том, чтобы подавать правильно вина и какие-то блюда, какие-то закуски, чтобы находить ту самую синергию вкусов, чтобы получать какое-то действительно дополнительное удовольствие. И это, конечно же, в принципе, все влечет, ну, как мы надеемся, именно развитие гастрономической культуры, что люди, которые, ну, может быть, раньше относились к этому как-то несерьезно, думали, что им просто там хочется выпить какой-нибудь бокал вина и съесть какое-нибудь блюдо, может быть, не всегда полезное, не всегда вкусное, не всегда интересное, мы теперь наблюдаем, что они действительно стали к этому относиться, ну, с каким-то таким особым пиететом, что ли. Культура потребления, я считаю, что это вообще то, что лежит в основе Cool Clever, и мы сильно гордимся тем, что можем сами прежде всего выбирать и производить, и привозить те продукты, те напитки, которые, ну, мы сами хотели бы пить, есть, и то, что мы хотели бы поставить на стол нашим близким. Мы, конечно же, можем где-то наблюдать за какими-то трендами, конечно же, вдохновляться традициями, но по большому счету, как я уже говорил, мы никогда не идем на поводу моды, мы никогда не скажем, что вот какой-то продукт, который может быть не совсем качественный, но за счет того, что он очень популярен, мы тоже его будем продавать. Нет, мы никогда на такие компромиссы не идем. И если уж мир трендов существует, то, конечно же, мы стремимся эти тренды создавать и не следовать им. Что скрывать? Хорошую команду подобрать очень сложно. И это, по факту, основной залог успеха. Успеха проекта? Да, во всех, один, мне кажется, направлениях. Да, один человек сам по себе, он очень мало что может. Просто даже 24 часов в сутки не хватит для реализации всех своих мыслей. Очень важно, чтобы вокруг тебя были люди, которые поддержат идеи, которые могут их реализовать,
которые суперпрофессиональны, каждый в своем направлении. Все управление компанией находится в единых руках. При какой-то стрессовой ситуации вовне, внутри компании мы можем принять быстрое решение, которое будет реализовано. Благодаря тому, что у нас нет сильно формализованных отношений, мы можем принять решение быстро, качественно и внести изменения во все процессы. Все наши сотрудники, которые работают и на заводах, и в логистических центрах, и в магазинах, это наши партнеры, партнеры в России, которые вместе с нами создают уникальные продукты, партнеры за рубежом, которые нас очень часто вдохновляют, которые нас учат чему-то новому, а мы их. И, конечно же, все наши умные, увлеченные гости. У нас в компании отсутствует лишняя бюрократия, потому что любой вопрос ты можешь максимально оперативно, быстро задать любому человеку. Ты можешь позвонить на производство, ты можешь пообщаться с людьми, которые придумали продукт. Они расскажут тебе о своей идее, пытаются максимально полно донести особенности. Здесь же как раз можно увидеть людей, которые сразу подхватят идею, придумают классную акцию, скорость реакции, и важна скорость реакции, важно, чтобы все друг друга заражали идеями, потому что здесь так и происходит. Как только рождается идея, она подхватывает сразу всеми коллегами, и все сразу начинают думать. Я счастлива, что могу предложить качественные продукты с чистым и честным составом. Мне очень нравится работать в компании, потому что мне несложно предлагать продукты, которые себя зарекомендовали на рынке, зарекомендовали своим составом, своим качеством. И я считаю, что на сегодняшний день мы занимаем лидирующие позиции на рынке не только этого города. С нашими гостями у меня установились доверительные отношения. Я прекрасно понимаю разницу между продавать и торговать. Я предлагаю товар, и мне совершенно несложно это делать, потому что товар себя зарекомендовал с лучшей стороны, и наши гости уважают нашу компанию и ценят именно за то, что мы можем на сегодняшний день предложить такие качественные продукты. Для меня кунклевер – это самый качественный продукт, самый красивый продукт, самый вкусный, самый аппетитный. Вот, поэтому дома он у меня всегда есть, то есть без него просто не обходится ни одного дня. Мне очень удобно то, что близко, он у меня находится рядом с домом, поэтому я каждый день, когда иду гулять, я обязательно у него захожу. Вот, ну плюс то, что есть доставка, то есть мне тоже это нравится, удобно, то есть иногда пользуюсь этой функцией дополнительной. Вот, ну и продавцы. Мне очень нравятся продавцы в Кулклевер. То есть мы с ними знакомы, они уже знают, какие продукты я всегда беру. Вот, поэтому мы с ними общаемся уже. Они мне плюс дополнительно всегда предлагают по выходным подарок. То есть, естественно, я никогда от него не отказываюсь. Вот, поэтому для меня это самый-самый лучший магазин в Нижнем Новгороде. И пусть ваш четверг будет добрым.